Приехали мы еще в один отель сети Керман, Сидера. Он один из самых недорогих, назовем это так, на данный момент на июль 1249 евро. Два взрослых плюс один ребенок на неделю. Идем смотреть. Комплименты. Давайте покажу вам отель, не отель, номер в отеле Сидера Family. 38 квадратов, 2 комнаты, максимальное размещение 4, даже взрослых, плюс 1 ребенок. Одна комната для взрослых, поскольку здесь French Bay. И вторая комната для детей, скорее всего. А здесь балкона нет, вот, даже есть окно с видом на море. Сейчас, кстати, посмотрим, а есть ли балкон в другой комнате. Ну, вот, собственно, так видно отсюда всю территорию. Территория, кстати, 14 тысяч квадратных метров. Балкон есть, я была права, он идет в первой комнате. Ой, наш фэмили прям с видом на аквапарк. И на соседнюю дискотеку. Ну и боковой вид на море. Санузел. И с другой стороны душ и ванная. Халаты, тапочки, полотенца. Фэмили по запросу. Есть косметика Керман. Сетевая их. Мини-бар, вода, сок, кола и пиво, но пиво только при заезде один раз. Так, стандартный номер, максимальное размещение 2 плюс 1, тоже 28 квадратов. Сейчас посмотрим. Ой, как красивенько. Тоже балкон и видно море. Анимация в самом разгаре. В стандартном номере только душевая кабина. Понятно. Дверь в комнату для молодоженов. Лобби. А точнее лобби-бар. Пахнет кофе. Закуски. Есть, конечно, спа. Так, найт-клаб тоже есть. Ждем, пока заработает. Магазины тоже есть на территории. Есть гейм-рум и крытый бассейн тоже имеется. Там снег. Находимся рядом с бассейном. Бар. Красивый везде бирюзовый цвет. Последняя реновация, кстати, отеля была в 2016 году. Ну, я бы прям не сказала. Симпатично все очень. И так. Так, дошли на пляж. Есть свой пирс. Достаточно большой. Если убрать ситуацию с пандемией и с дистанцией, то на 200 человек была вместимость. Вход галька.
улица. Красивым видом. Здесь же снэк, кстати, не просто бар, можно перекусить. Море. Так, есть амфитеатр. Сейчас уже шоу можно, поэтому вот просто пишут, чтобы дистанцию соблюдали. Есть наклеечки, а так уже шоу есть каждый вечер. Так, хочу показать вам снэк. Делают как шаурма или что-то. Есть суп. Как по мне, тут просто полноценный ресторан. Вообще никак не напоминающий снэк, а просто ресторан open space. Класс. Очень большой выбор еды. Как для снэка, как для обеда. Аналогично. Ждем ваши запросы.